Так, да. подожди. Смотри, коробка нужна в любом раскладе. Получается, надо как-то... Давай я схожу и попробую разглядеть обстановку. Подожди, сейчас. Да. Тут смерть. Это видео именно для тех, кто хочет видеть, как мы страдаем и мучаемся. Для садистов, получается. Мы решили взять самый сложный уровень в этой сраной игре и пройти его, не используя никакие лайфхаки. Слева вверху вы увидите, во-первых, наши цвета, а во-вторых, количество попыток. Внимательно смотрите за цветами, иногда они меняются. Ну и всем тем, кто посмотрит, подумает, та, что там, давайте, господа, попробуйте, челлендж нахрен. Вот ты там смотришь, что, допустим, там ты ютубер, не ютубер, или ты даже вот обычный зритель. Давай, попробуй вот взять последний уровень и пройти его, не используя вот эти вот гличи и ножки. И, безусловно, в кооперативе не одному. Верю в вашу честность, и вот отмечайте меня, значит, в описании хэштегом, и вот, чтобы я это увидел, если вы это выложите. Удачи. О, так, все. Сейчас главное так, стоп. Зафакапить. Давай, давай я сначала. Давай, чуть-чуть страхую тебя. Вась, умоляю, у тебя один шанс, и не пройти. Он странно прыгнул. Лицом, блядь. Ты просто... Вась, что спамим? Я вообще ничего не делаю. Вася, я ничего не делаю. Вась, я ничего не делаю. Вась, жди, Вась, жди, жди, жди. Задохнемся. Хочу Вась. Дышать. Хочу дышать. Вась, ты что? Ты предал дело. Вась, ты предал дело. Ты задохнешься. Сдох, как тут она тоже. Давай еще, 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 еще. Тихо, тихо, тихо. Газы, 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 газы. Держи. Не, Вась, переждем здесь, переждем, не задохнемся, успеем. Не двигайся. Сейчас. Задохнемся. Нет. Нет. Точно. Нет. Точно. Нет, Вась. Нет. Нет. Блять! Сейчас, короче, займусь пальмой. Попробую ее, Вась, сломать. Мой ответственный момент. Не, я в тебя верю, и все будет нормально. Я верю, вот это точно. Да? Веришь, блядь? Тихо, Вась, ты же все знаешь, Вась. Ты ничего не знаешь. Ты все знаешь, Вась, ты просто аккуратно. Зачем? Ты просто воткнулся ебало в эти шипы. Быстрее. Да, есть. Блядь, что я сделал? Что я сделал? Все испортил? Все испортил? Я больно! Что за Камасутра, блядь? Стой там, Вась. Я тебя вытащу сам. Я тебя сам вытащу. Ничего не делай, вообще не двигайся. Точно? Абсолютно. Давай. Ну я же задохнусь. Эвакуация, блядь. Вась, аккуратно. Тихо, держись. Все. Я буду сильным. Что за бред? Крепкая жопа. Ебать! Вась, ты можешь такое повторять каждый раз или нет? Ты не дышишь! Все, а? Да. И вот я тебя припал. Да я думал, ты задохнешься сейчас. Ты просто носиком, кончиком носа в воде. Я думаю, сейчас сдохнешь и все. Опа! Вась, мы как никогда далеко. И прыжочек. Ой, умница. Все, стой, дай отдохнуть. Убери жопу с моего лица, пожалуйста. Не. Стой, не забирайся. Вся жизнь перед глазами. Сейчас, тихо. И ты схватишь. Принеси меня, принеси как бы меня чуть-чуть. Принеси меня, поставь меня туда просто. Все, тихо. Держи. Супер. Вась, тихо, не двигайся. Нам нужно скорость набрать. Надо. Вась, потом будет проблема. Очень медленно. Нет. Ладно, Вась, давай, иди сюда. Давай, здесь можно. Один метр схватись. Можно? Да, тут можно чуть-чуть. Пойдет? Да. Все. Блядь, какой здесь пиздец. А как? Ну мы приедем на этой хуй. И что дальше? Нет же! Держись, балансируй, Вась, делай что угодно, не умирай. Куда? А, нет, все нормально. Разработчик сыр шип. Сыр! Давай, война! Что война? Это флешбеки? Вьетнам? Нет, там море что-то взволновало сильно. Все, это изи. Тихо! Это ты! Не могу больше, блядь, не могу! Вась, каждый перезапуск, знаешь, как будто такая боль отдельная какая-то, блядь. Перестань! Не, похорони!
не могу, Вася, реально не могу, плохо. Плохо прям. Блин. Не, нормально, все будет нормально. Здесь все будет точно нормально. Я тоже почти. Знаешь, у меня было столько времени все осмыслить в полете, блядь, когда я к ней приближался. Я так много о чем успел подумать, как будто. Количество онлайн-игр непрерывно увеличивается с каждым годом. Из-за этого все больше разработчиков сталкивается с проблемой защиты данных пользователей внутриигровых покупок, утеря которых может уничтожить проект. Чтобы уберечь игру, разработчикам нужны белые хакеры, они ищут слабые места в продукте и устраняют их. Такие специалисты в среднем зарабатывают 180 тысяч рублей в месяц и требуются в каждую компанию. К слову, с такими вопросами сталкиваются не только игровая индустрия, но и многие другие сферы бизнеса. Получить востребованную профессию можно, пройдя курс «Белый хакер» от Skill Factory. Он подойдет как для новичков, так и для людей с опытом. Курс разработан с фокусом на практику. Ты отработаешь навыки взлома и кибератак на виртуальных машинах, освоишь весь необходимый софт для работы и поучаствуешь в командах и СТЕ в соревнованиях, что безусловно выделит тебя при поиске работы. Школа уверена в своем курсе и вернет деньги, если ты не трудоустроишься после обучения. Так что переходи по ссылке в описании, записывайся на курс «Профессия белый хакер» и получай скидку 45% по промокоду Джохан. Не могу, Вася, не могу, подожди, не могу больше. Не могу больше. Я мокрый весь, мокрый! Понимаешь, в чем проблема? Уровень сам по себе сложный, а надо, чтобы мы вместе еще, блядь, все выполнили правильно. Угу. Слушай, отдыхай, я не могу, я начну. Я не могу. Вот, хорошо, я не могу жить без этого, Вася, кроличий наркоман. Что ты делаешь? Ого. О! Ну, листик. Блядь! Листочка высчитана слишком слабо, блядь! Вась, ты мне лист воткнул между ног! Не могу от него избавиться! Вась, что ты сделал? Ты заткнул листоножки! Да, блядь! Ну что за срань? Ну все нормально было. Вась, блядь. Ну иди, это будет защита твоей жопы. Да я не могу. Я даже не контролирую себя. Я задохнусь сейчас. Задохнулся. Да ладно, ну ладно. Мы только сели сейчас. А, все, здорово. Только здорово. Поиграем в игру. Давай, пройдемся. Давай, с этим закончим уровень. Давай. Вот так вот, как тебе? Нравится? Не могу. Я не могу. У меня мозг давит, Вася. Мозг давит на череп. Я тоже не могу. Вася, я утону! Вася, я утону и разгрял! Не может быть! Ёб пистыд! Все, Вася, отказываюсь скрывать то, что копится в душе. Я еб в рот этих кролей под их пушистый хвостик. Я не могу. Стой, подожди. У нас есть два выбора. Мы либо ссыкли и перестаем пробовать, либо пробуем, пока не сдохнем, как мужчины. Стой, бросай. Все, осознанно. Все. Вася! Снизу нет бомбы, все. Ой, хорошо. Я урод, я уёбок. Я недостоин жизни на этой планете. Почему я живу? Зачем? Прекрати. Хорошо. Ладно, я умею это проходить. Ба. Смотри, мне гильда прилетел. Какой? Это от бомбы. Ты хочешь подобрать его? Стой так. Да ты опустил меня, блядь! Ты лижешь мне грудь. Подожди, стой. Я застрял. И что делать? Отпускать? Нет, не хочу. Хочу как-то зайти. Ладно, нет, стой, подожди. Короче, другой план. Охуенный план, надежный, как швейцарские часы. Все, прекрати. Все, забыли. Здорово, Аркаш. Поиграем в Супер Марио. Нет, это так работает, блядь. Давай. Блядь, все.
Я так и знал! Я был уверен! Я был уверен, что из всех мест попадем именно в ту узкую щель! Я даже хотел сказать это, но я как-то подумал, что накаркаю Васи саму, блядь, я Боже мой, все, я хочу полежать, я хочу просто полежать. Ой, да. Давай, я покачусь, да, да, я правой кнопкой D нажимаю, просто подкачусь. Ладно, Вась, я пошел пробовать. Меня, это мой шанс. Надо бежать за тобой. Вась, вот сейчас. Ну, блядь, ну как? Он не долетает. Бери, бери, бери. Попробуем так. Я не знаю, чудом каким-то просто. О, боже. Вась, так, Вась. Разминировано все. Не заткнись. Не торопись. Играем. Не заткнись. Да, 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 да. Стоп, тут шипы, тут шипы. Пройди, пройди. Подожди. Я тебе не прощу, Вась. Я не прощу тебя. Вась. Я вижу ее. Вась, не задохнись. Вась. Я умоляю тебя. Вась. Я там, Вась, я там. Я там, Вась, я там. Я там. Вась, твои уши, я бы их съел. Я бы их съел. Конченый! Ты тварь! Что я ненавижу тебя! Уходи! Уедь! Умри! Я не хотел! Я хотел, блядь! Я хотел чуть откинуться, чтобы... Тайка, я все понимаю, но пол первой ночи, если тебе не понравится. Блядь, господи. Блядь, ты орешь, как ебать, у тебя на улице слышно. Боже, блядь, 1000 попыток! Как мне жить дальше? Ты объясни, как мне жить дальше. Знаю! Закрывай глаза. Я нажму на паузу. Закрывай глаза. Закрывай, Вася, закрывай. Что это? Вася, мне страшно. Что это? Это звук дождя. Звук дождя, чтобы успокоиться, стой тихо. Вася, ты ебутый, блядь. Мне плохо. Хорошо. Это звук санины кроличьей в лицо, по-моему, нет? Я не знаю. Может быть. Вот, ну вот давай, вот давай. Вот прикинь, прикинь, ты пройдешь сейчас просто. Я ж сгорю. Что это было? Что это было? Что это было, Вась? Что это было? Ну вот я прошел, типа. Что это было? Что это было? Как? Что это было? Это безумие, Вась. Это безумие! Вась, держись. Схватись. Давай. Ой, хорошо. Оба здесь. Пиз делаем. Давай. Вась, назло всем. Ебаный вор. Вась, мы как будто новое дыхание обрели. Вась, новое дыхание. Что мы делаем, блядь? В 3 часа ночи, блядь. Вась, аккуратненько так еду, Вась. Ну хорошо. И что мне делать? Вась, взорви катер. Отправь туда катер. Он может детонировать. Может. Детонируй, пожалуйста. Вась, пожалуйста. Может, Васечка. Пожалуйста. Может. Пожалуйста. Может. Господи. Господи. Он... Вась, еще раз. Надо как-то еще разорвать остальные. Еще, да. Ой. Вась, теперь ко мне, чтобы я все видел. Я еще и тебе ножки подставлю, Вась. Давай. Должно получиться. Давай, братишка, пожалуйста. Ради всего святого. Все, тихо. О, боже. Боже. Пожалуйста, Вась. Ну, извини, если я утону, потому что мне очень тяжело сейчас. Дай мне выйти. Я шипы не пройду, я тебе клянусь. Вась, пройдешь. Я тебе ноги подставлю вот так. Вась, ноги подставил вот так. Ноги подставил, пройдешь. Богом клянусь, Вась, пройдешь. Пожалуйста, у меня сердце бьется, Вась, не могу. Я никогда так не нервничал. Я утонул! Вась, я по-моему, в обморок падаю. У меня все потемнело. Ой, блядь. Как можно было? Такой рандом, блядь. Да иди ты нахуй! Вот хуй он оторвался, блядь. Боже, зачем я это слушаю? Подожди, там песня, походу, час к концерту оперной длится. Я сейчас с ума сойду, нахуй. Все, хватит. Ой, давай, моля. Я на катер? Да. Давай. Хорошо. Все в точности повторяется. Детонируйте, пожалуйста, пиздец. Давайте. Ну опять дошли, Вась, опять дошли. Вась, ну это самый сложный момент, это просто полный пиздец. Давай. Вась, ну что? Все хорошо. Держись.
Сможешь, да? Помочь? Конечно, Вась, я никак, я боюсь. Я отпускаю. И тим вправо. Давай. Хорош, хорош. Хорош, Вась, тимворк. Давай, давай на него, на него, давай на катер. Все хорошо, все хорошо. Пожалуйста. Понимаю. Вась, я катер понимаю. Опасно. Он может тебя расхуярить. Может, Вась. Он может. Я он понимаю. Может. Я понимаю, Вась. Смотри. Перепрыгивай его, наверное. Давай, брат. Вась. Давай, брат. Вась. Пожалуйста. Вась, я ничего не делал. Я вот так, пожалуйста. Вот так, Вась, на карачках просто. Да, все. Да. Миллиард времени трать, Вась. Вась, аккуратно, Вась. Аккуратно. Я просто микродвижение, Вась. Микродвижение. Микродвижение. Давай. Микро, вот такие, прям понял, микро. И сейчас прыгаю. Mm-hmm. Все. Все. Вась, микродвижение. Все давай. Зависит от меня. Вась, давай, у меня руки дрожат, мне серьезно. Мне надо запрыгнуть. Пузиком вверх, Вась, иду. Слышишь? Давай. Я иду. Вась. Я рядом, Вась. Давай. 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 Господи, блядь. У меня руки трясутся, Вась, сердце бьется. Я, по-моему, у меня какой-то скрытый инсульт, я не знаю, или что-то типа, Вась. Мне нужна скорая. Ой, 1300 с копейками попыток. Попытки, наверное, не прям идеально точно посчитаны, но они очень близки к истине. Надеюсь, вам понравилось. Я пойду отдыхать и никогда больше не хочу заходить в эту игру. Блять! Только оттуда ушел и ты так.